зрители моего канала. Сегодня очередная серия про ручки китайских производителей. В частности, сегодня мы поговорим о ручке Bauer 507. Эта ручка тоже была заказана, ну как заказана, на нее обратил внимание один из моих зрителей, и я ее заказал. Она, в общем-то, не такого особого ничего из себя не представляет. Называется Bauer 507. Есть транскрипция на китайском языке. Я даже не буду ее пытаться выговаривать, потому что ругаться матом не хочу. 8 лошадей по-китайски называется. Итак, 8 лошадей, Bauer 507. Скрываем эту ручку. Все, она пришла вот в такой вот коробочке. Коробочка у них стандартная. Содрали с Пикассо коробочку. Ну, что там, целлофанчик. Ну, собственно, сама ручка. Это пластик, здесь немножко такой под металл, сам корпус ручки, защелка жесткая. Сейчас вот если я поближе покажу, если, ага, вот она, видите, здесь написано Bauer. Я прошу прощения, у меня просто... Все-таки я снимаю еще в военно-полевых условиях, поэтому некоторые моменты у меня сейчас будут не отработаны. Я извиняюсь, но надо мне снимать, потому что уже достаточно долго я отсутствовал. Вот. И второй такой металл, что-то типа серебра, на котором нанесены китайские иероглифы, китайские картинки, видимо, те самые 8 лошадей, про которых идет речь. Пластик достаточно такой жесткий. Мне кажется, что он даже будет колоться. Если мы откроем колпачок, колпачок без болта. Болта вы не видите. Значит, более-менее качественно. Ну, ручки Bauer достаточно качественно стали делать. Перо. Стандартное перо Bauer. Так, и как я резко с ней навел. Ну-ну-ну-ну-ну. Ладно, поверьте мне на слово. Стандартное перо Bauer, на котором ничего не написано. На обратной стороне циферка 6. И сейчас посмотрим, как она пишет. Да, сам держатель ручки такой покрыт резьбой продольной, которая более-менее удобно держать саму ручку. Но, мне кажется, достаточно жестковатый. Неважно, откручиваем. Тут я уже поставил картридж, потому что заправочный механизм стандартный. Тоже абсолютно стандартный. Абсолютно стандартный. Сюда подходит картридж. Я поставил картридж. Сейчас мы им попишем и посмотрим, как она ведет себя в письме. Вот. И дальше уже посмотрим, что это за ручка, стоит или ее использовать. Да, значит, технические характеристики. Перо, как они говорят, нержавеющая сталь, покрытая позолотой. Шарик стандартный 0,5 мм. Вес ручки 33 грамма. Диаметр в самой широкой части вот здесь вот 13,5 мм. Длина 137,5 мм. Вот такая длина. Поэтому давайте попробуем записать сейчас какой-нибудь стих. Спасибо, кстати, моему, опять же, зрителю, который исправил мне ошибки по стихотворению Высоцкого. Но хочу сказать, что в разных источниках, кстати, разные совершенно орфографии и пунктуации. Поэтому, ну, я ничего не сказал. Ну, пусть будет так. Итак, сегодня мы пишем стих Саши Черного. Называется «Обстановочка». Зачем я раскручиваю, не знаю. О как. Вот, все. Итак, ручка Bauer 507. Попробую записать звук, как она пишет. Thank you.
Итак, товарищи и господа, мы увидели, как пишет эта ручка. Из плюсов. Что мне понравилось из плюсов? Перо держит форму, и это же является его недостатком, кстати, потому что оно достаточно жесткое. Я все пытаюсь найти китайскую ручку с мягким пером, которая позволяла бы писать такие разные каллиграфические штучки, которые очень интересные, и ну так вот, можно немножко повыделываться при письме. Но эти вот жесткие ручки, они не позволяют. С другой стороны, они держат кисть. Потом, вы видели, вот из недостатка уже относимся к недостаткам. Подача чернил очень такая медленная. Но я просто еще думаю, что эта ручка новая вообще. И это первый раз заправка была чернилами, тем более с картриджа. Это мы не промывали перо в чернилах. Поэтому, может быть, она еще распишется и ну, даст другой немножко результат. Вот, ну, будем надеяться. По внешнему виду ручка достаточно хорошая, создает такое впечатление дорогой, но, по крайней мере, не очень дешевый. Можно покупать, хотя я, в общем-то, прошел мимо нее, это вот по желанию моих зрителей. На этом, я думаю, что мы закончим. Ручка Bauer 507. Смотрите, мое мнение о ней есть, так достаточно средняя, а ссылочка будет под роликом. На этом все. Всем удачи. Всем спасибо. До свидания.